горные районы нашей страны становятся любимыми местами зимнего отдыха многих сотен тысяч туристов-горнолыжников. Только умелое владение горными лыжами может доставить им большое удовольствие и радость от стремительных и красивых спусков по солнечным снежным склонам. Свободное владение горными лыжами нужно туристам и во время походов в горах при различных условиях рельефа, погоды и состояния снега, и во время отдыха на турбазах в популярных горнолыжных районах страны. Обучение туристов основам горнолыжной техники должно вестись по единой программе, а успех освоения приемов зависит от методической подготовки и опыта инструкторов. На параллельных лыжах при различном состоянии снега и рельефа.